Друзья, поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю вам побольше терпения, веры в нас, крепкого здоровья. В скором времени быстро все закончится, и мы делаем во благо вас. Вы должны реально понимать, что и глава государства, и министр обороны, и все командиры подразделений стараются только для вас одних. Мы воюем не ради денег, а ради нашей страны, ради вас. Желаю, чтобы 2015 год был более удачным для нас всех, чтобы заработали все наши заводы и фабрики, шахты, железная дорога полностью заработала, чтобы люди опять стали жить мирной жизнью, чтобы молодая республика, Донецкая Народная Республика процветала, чтобы у нас все получилось. Верю в то, что у нас и так все получится, но для этого нужно небольшое терпение. Вы должны это реально понимать, что великие дела не делаются слишком быстро. Нужно было время. Теперь, я думаю, большая часть Донецкой Народной Республики, я больше чем уверен, 90% верит в нас, что мы делаем правое дело. Все стараемся только для вас. Начиная от главы государства и заканчивая последним солдатом, который воюет на передовой или ведет свою службу военной полиции, в комендатуре и всему тому. Желаю, чтобы в этой жизни, в этом году мы вас только радовали, радовало наше государство, чтобы молодую республику признали все остальные страны, начиная от великой страны России и заканчивая маленькой республикой в Африке. Удачи вам, всего доброго.